Всем привет! Сегодня я буду играть в обновленную версию Грэнни. Как бы у меня уже четвертый день. Я пыталась ее забавить, но у меня не получилось как всегда. Поэтому будем проходить без багов. Итак, в этой версии у нас будет дробовик и машина. На машине, как я понимаю, еще уехать вообще никак нельзя. Потому что сколько бы я видео не смотрела, сама не пыталась, никак нельзя уехать на машине. Я просто не знаю, зачем включить машину. Это частица, это теперь главное, чтобы она не пришла сюда. Потому что если она придет сюда, то цветочек очень-очень будет. Так, смотрите, вот тут вот у нас гараж. Тут мы можем играть. Вот. Тут вот у нас сауна или камень, вообще не знаю. Тут чертеж, и как бы здесь надо собрать дробовик. Это гибель, вообще-то еще не должно быть. Это наша машинка. Вот еще одна часть дробовика. Вот. Так, вот зачем этот ключ. Спасибо, разработчику. Нет, ну блин, ну было, а как нам уехать отсюда? Давайте посмотрим. Ну да, ехать все на этот. Больше уже. Я просто машину поделаю. Ну да, наверное, не хватит. У меня вопрос. Мне кажется, жалко было, что мы не спекаемся. Можно открыть вон тот вот крючок? Там ничего не открыли. Теперь быстро прям. У нас есть новый способ, даже два новых способа, как убить робота. Это с помощью дробовика или с помощью сауны. Сейчас она уйдет, и я вам все подробно расскажу. Итак, ну и третий способ, как вы знаете, с помощью вот. Смотрите, я как-то сюда бабку загнала, сюда можно все что угодно уронить. Но она мне почему-то, я разу роняла, она вообще не приходит, не приходит. А потом можно здесь искать шкафчик или в машине. Когда она там будет, быстро закрыть дверь и вот это вот тут. Мне кажется, что да, и тогда будет пар. У нее не будет в визе, ее нет. Ну, это то, что я сейчас покажу. С помощью дробовика это за 2 минуты будет. В общем, все то же самое, что и вопрос. О, здесь у нас ручка под колодкой. Я надеюсь, что в следующей версии как бы мы сможем уехать на машине. А то сейчас она зачем нам вообще как бы я не знаю.
Она бесполезна. И причем, если мы найдем ключик там, и за ним багажник ничего не будет, то это просто будет самое бесполезное. Извините, самая бесполезная версия. Но я не говорю про то, что мы вот самую версию приняли. Ну вот про карту, в общем, которую сейчас прохожу. Потому что на разных картах же всегда все по-разному. Ой, здесь у нас есть мальчик. Теперь призовем сюда бабушку. У меня тут немного средств. Не очень много. Потому что я снимаю видео. И мне из этого не очень удобно. Переходим здесь. Я тут всегда делаю. Идем по этой высоте. Ё, ну нет. Ну что? Девочка, бабка. Ну а пока там идет, мы можем поискать что-нибудь в этом сомнении. Кстати, рядом с Тейки вообще просто ничего нет. Тейки там был какая-то. Ничего нет. Давайте посмотрим здесь. Сейчас, наверное, будет бесполезно, но я играла с ними, вот тут вот как бы был ключик на фоне. Вот, где я к нам придется. Не, я уже здесь не знаю. Ну, это скорее всего так. Думаю, что в папке. Ну, давай, пойди. Она вот почему-то ничего не говорит, ты не запас какой-то. И конечно, может, она... Она что-то говорит. Она без разницы повторяет. Я точно не помню. Или не напугала. Ну, блин, ты серьезно. Ну, блин, капкан поставил. Ладно, давайте спустимся вниз. И там выключим сигнализацию. Не знаю, если сейчас мы там отключили. Около двери и вот как бы в подвале. Не покажется. Давай, давай, иди. Так, блин. Нифига здесь молоко поставили. Сейчас надо действовать очень быстро. Вставляем эту пачку. И быстро берем эту. Блин, 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 блин. Она опять как там зашла. Так, ладно. Сейчас нам надо только на третьем этаже, ну, нам понадобится молоко. Слышно. Призываем его сюда. Потом идем на третий этаж. Потом вернемся сюда, на этажку. Так, тут надо. Вот, блин.
No estoy dando tanto pacto, pero... Я хочу стоять, но надо чувствовать осторожно. Итак, ничего не видит. Все, просто быстро понимаешь. Я не сейчас встал у меня тут. Смотри. Ничего. Блин, я не подбросила. Ну не получится, не делать. Я не замерз. Сейчас посмотрим. Я ее примерно ждала где-то сначала минуту, потом я опять бросила в лазер, она так не пришла. Потом я еще 1000 раз бросала, она не приходила, и потом все-таки пришла. Блин. Не точно, что-то не то. Видите, она что-то хочет. Вот что это было. Ну, то есть, вот не такое не то. Я просто не знаю, вообще, как лучше, когда играю в Грэмми, вообще, там, Вайс, ну, во все игры, как бы. Я это даже не замечаю. Ну, он подруга, как где? Бери-бери-бери. Вот это не да? Бабулька. Бабулька. Да. Так, я говорю, что это очень изменилось, потому что это все капец как мазит. Ё-моё. Блин, нет. Вот, ё-моё, что-то было. Наверное, что-то с машиной полно, блин. Ну, капец, как я испугалась. Ну, где бабулька? Ой, я банку сохранила. Может, вы реально сошли какой-то? Все, блин, могли. Ну что-то стараюсь, ну, вот. Давайте осмотримся. Вот это как бы киви. Тут она у меня есть не видит. Что с ней? Как бы ничего не чувствую, не будешь на сторону? Колеса спрятаны. Нет, у нас это я все равно смотрю на лица машин. Это эти лица. Они плотные. Оно. Почему это машина плотная? Ну, я точно не понимаю. Блин, когда бабулька прикрыла? Что он так долго? Вот приходила, да? Вот что-то
Este pongo. No. Ладно, ребят, я сейчас поставлю съемку на паузу и попробую ее еще призвать. Это стоп. Ты хочешь ли как-то найти? Блин, не уверен, что дальше. Ладно, сейчас попробую. Блин, ребят, я начала как бы ее призывать после, ну, остановки. Снять видео. У меня было 14:46. Сейчас 14:50. Я ее 4 минуты пытаюсь призвать. Ну, получается 5, это может, ну, 5,5. Когда я просто после съемки, когда пытался ее призвать. Но вообще не идет. У меня только было в прошлый раз, когда я играла. Ну, без видео. И когда она очень редко включает. Сейчас попробую сделать то, что я. Но дело в том, что мне там все было важно. Как бы немного удобно. Потому что... Нет. Вообще не там. Ох, она что мне не заметила? Фух. Блин, ребят. Я кинула сюда. Это записывается. Капец, как она тупая. А вы серьезно? Я на выгоду не могу сходить, как она где-нибудь. Она помолвится. Если подать сумочку, если она хотя бы идет подальше, то я тоже запрыгну. Позовем. Я уже только запрыгну. Она сейчас тут не понимает. Так, теперь я тебе звоню. Ну да, я не совсем. Блин, я, наверное, недалеко. Да. Ну вот получилось. Я думала, он разрешился говорить об этом. Ну, блин, почти получилось. Я просто туда кинула. Ты издеваешься надо мной, что ли? О, прикольно. А мы на какой смысле? Ты еще подпустил? Блин. Я уже очень долго начинаю. Я не помню, чтобы у меня были какие-то видео. Я даже не пришла. Ладно, сейчас будет на ночной танце, потому что я не так много далеко принесу. Ладно, что не так? Раз, два, три. Бежим, 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 бежим. Ну, ты издеваешься, что ли? Алло. Блин, она издевается надо мной. Я не могу так заготовить. А, ну что-то понял. Наверное, будет очень долго. Мне нужно 5 поиграть, и мне нужно выйти
вторая часть. Я здесь пройти дальше, потому что это просто невозможно. Я думала, что это легко. Я думала, что я такая, а то я сама такая. Блин, ребята, я очень прячусь. Я, блин, ужасно, знаете, что я это говорю? Это просто пугает. Там все выделяет. Мне там будет прыгать. I can see и блин, это просто ужасно. Вот это не... Блин. Вот это не пробует. И еще не факт, что она придет. Она была очень рада. Потому что это было... Не то, что было плохо. Ой. Ой, блин. Я подумала, что это вот такой балл был. Да, она тут не снимается. У нас еще 4 минуты. Надеюсь, хотя бы на последний, но нет. Ничего получится. Это никуда ты, ну что ж это такое, так? Ой, ну блин, ну это не идет. Как можно не заметить его? Ну, блин. Ребят, я поставлю. Может, я не очень тяжело, как бы. На паузу поставила, просто подождала, пока она уйдет, хотя бы уйти подальше от меня. Я думаю, что сейчас не успею спрятаться. Я могу постараться как-то бросить. Блин. У нас уже почти получилось собирать батарею. Все пытаются. О, да. Да, пожалуйста, пусть я кинула далеко, пожалуйста. Ребята. Ребята, у меня получилось наконец-то. Ох, нет. Эх, Грэнни, ты где, алло? Алло? Блин, а вот ты. Ребят, не такой страшный. Нет. Да. Да. У меня получилось. Я не буду делать. Не, ну как бы делать продолжение, но... Сейчас как бы я буду дальше играть, потому что... Потому что у меня сейчас просто на посыпку пропадут минут. Так. Ребят. Где молоток? Алло. Блин, я еще ничего не помню. Как это дальше? Я даже не помню. Уже было там. Понятно, где мой молоко? Мучилась. Она ничего не прокопит. Конечно, молоко. Где мне что-то? Не знаю. Так. А, нет, здесь ничего нет. Время может появиться где угодно. Блин, время. Я же не знаю, как это напрягает. Ой, ё-моё. Это же такое.
Я обычно, когда смотрю время, высыпаю. Если не просто такое. Короче, я просто... Я не знаю, сколько это вообще будет говорить, но, блин, это капец. Как так можно? Ну, короче, там, разве не нужно еще? Ладно. Скоро выйдет вторая часть.